просьбу вручить самым тем первоклассникам и пожелать им успехов, и, конечно, чтобы они тоже стали министрами. Эти пожелания просят передать ребятишкам из Донецкой Народной Республики вместе со школьными рюкзаками и всеми необходимыми принадлежностями. Помощь, она осуществляется не только там на передовой, в бою, да, у нас очень много наших земляков тоже защищают интересы нашего общего отечества. Ну и не только вот бюджетом, да, вот как помощь Старобешевскому району в инфраструктурных там проектах. Ну и здесь уже это коллективы наших министерств такую организовали акцию. Посылку представители правительства Бурятии передали сотрудникам администрации подшефного Старобешевского района ДНР в рамках ежегодной благотворительной акции «Министерский портфель». Сюда что входит для первоклассников? В первую очередь, конечно, как мы все любим, да, красивые эти пенал, тетради, пописи такие, значит, да, пластилин, карандаши цветные, конечно же, хотим, чтобы тетради были у нас всегда в хорошем состоянии. Вот, пожалуйста, фломастеры и вот пластилин, да. А также здесь сюда входит еще линейка. Линейка есть, вот, резинка, клей, ручки. Что я еще показала? Вот это у нас что? Раскраска, цветная бумага здесь ходит. Но вообще каждый, кто формировал портфель, они, все министерства по-разному подошли к своему, как говорится, ну, как они говорили, так и важному. Да. В общей сложности передали 40 школьных наборов. Сейчас делегация из Донецкой Народной Республики находится в Бурятии по приглашению руководителя региона Алексея Цыденова. Юлия Пермякова, новости дня.